А вот в Омске совсем другое кино. Как только не приходится приспосабливаться к выживанию в современном мире. Казалось бы, элементарное бытовое удобство – балкон. А вот привыкнуть существовать без него оказывается не так просто. Подробности в нашем следующем сюжете. На улице 50 лет профсоюзов, около 15 домов нуждаются в капитальном ремонте. Дома постройки конца 50-х годов уже давно исчерпали свой лимит прочности. Больше 10 лет назад в доме 61А обрушился балкон. По счастливой случайности никто не пострадал. Любовь Метельская, хозяйка квартиры, не смогла ничего добиться от властей. Так и живет с одной дверью от балкона. К этому невозможно привыкнуть. Вот так иногда хочется выйти, иногда... Вот ванна у меня, ну, сами представляете, все равно есть какие-то вещи, которые выставила бы. А у меня они все в ванне поставлены. Ну, нет удобства, все равно, понимаете, привыкает же человек. Вот есть балкон, он есть. У Зайнеп Техжановой ситуация намного лучше. Балкон есть, но перекосившаяся конструкция представляет опасность. Поэтому жительница злополучного дома придумала незатейливый алгоритм действий, так, чтобы на опасную территорию не заступать. Вот таким образом. Вот так. И потом, если что, мне надо, передвигаю. Вот таким макаром. Отслужившие свой век балконы – это не все бедствия. Крыша, сделанная несколько лет назад с нарушением технологии, протекает. В квартирах стоит запах обосновавшейся сырости. Грибок съедает стены и грозит здоровью людей. Уже второй раз я пытаюсь переклеить эти обои, они все отходят, потому что грибок не дают. В том году мы покупали диссредство, чтобы уничтожить грибок. Но это не помогает, потому что протекает крыша, вся стена идет мокрая, все мокнет. Как дождь идет, так идет у нас постоянно эта плесень. И вот сколько я ее не обрабатываю, сколько не это самое, все равно жить невозможно в этой комнате, я здесь не живу. Жильцы еще несколько лет назад выиграли суд. Администрации города было предписано сделать капитальный ремонт дома до апреля 2013 года. Но до сих пор никаких действий не предпринято. Вот уже прошло 3 года. В этом году весной администрация даже не прикоснулась и даже не разговаривать ни о чем не хочет, ссылаясь на то, что нет денежных средств. Приставы тоже слабо работают. У приставов была возможность привлечь к уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда. Приставы этого не исполняют. Видимо, или боятся, или еще что-то. А мечи пошли на компромисс. Было подписано соглашение о 2 видах приоритетных работ. Рассудили и согласились вместо капитального ремонта отремонтировать крышу и фасад, чтобы сохранить дом. И опять никаких подвижек. Мы призадумались и написали заявление региональному оператору о том, что мы отказываемся платить взносы в связи с тем, что администрация в течение 3 лет не выполняет решение Центрального суда. Мы согласны платить, но отремонтируйте, сдайте дом, и все будет нормально. Пожилые люди, которые много лет работали на благо государства и находятся на заслуженном отдыхе, сегодня незаслуженно забыты и беззащитны перед безразличием властей. Алла Левина, Сергей Чернов, Обком ТВ.